В наших опросах по сравнению общественного транспорта зачастую почти полностью игнорируются города Сибири и Дальнего Востока. А я считаю, что довольно зря, потому что там тоже есть жизнь и города немаленькие. Поэтому сегодня в качестве исключения я решил сравнить общественный транспорт Рязани и Иркутска. Начнем мы, как обычно, с общего сравнения городов. Население Рязани 539 тысяч, население Иркутска 624 тысячи. Бюджет Рязани 10 миллиардов 916 миллионов, что в пересчете на каждого чуть больше 20 тысяч рублей. А бюджет Иркутска 18 миллиардов 376 миллионов и 29 с половиной тысяч рублей на каждого. Но я должен ответить еще кое-что. Когда я искал бюджет Иркутска, то нашел вот такой вот документ и ахнул от того, насколько же он красив и как понятно тут объясняется то, на что будут тратиться деньги из бюджета Иркутска потому что я как вспомню, как я пытался разобраться в статьях бюджета Рязани на 2021 год, и так толком ничего и не понял, а тут даже порой конкретные идеи прописаны. Ну что ж, теперь перейдем непосредственно к транспорту. Начнем мы с коммерческого. В целом, если посмотреть поверхностно, то система коммерческого транспорта Рязани-Иркутска похожа то есть тоже очень большое количество ОООшек, очень большое количество ЕПшек, и сами ООШки, и ЕПшки небольшие. В основном в Иркутске превалируют автобусы типа ПАЗ, также есть большое число фургонов, но если смотреть подвижной состав, то тут нельзя забывать, что Иркутск это Восточная Сибирь, а там недалеко до таких стран, как, например, Южная Корея и Китай, а потому... Коммерция в Иркутске иногда используют вот такие вот автобусы южнокорейского производства, который по вместимости, ну, что-то нечто между средней и большой. В Рязане же все гораздо прозаичнее, основной автобус коммерции это пазик, и, в общем-то, фургонов тоже все еще довольно много, хотя их становится и меньше. Что касается муниципальных автобусов, то в Иркутске также есть муниципальный автобусный перевозчик, и у него на сегодняшний день что-то около 210 машин. Правда, если мы посмотрим на типы подвижного состава, то тут они всякие разные. Всего в Иркутске что-то около 63 автобусов большой вместимости у муниципального перевозчика. Также чуть более двух десятков фургончиков. Да, у них есть и фургоны. А в основном это средняя вместимость. Всякие ПАЗы, КАВЗы или АЗ-4292 и МАЗ-206. Короче, всякая сборная солянка автобусов средней вместимости. Я уж не знаю, где они используются. Вполне возможно, что из Иркутского МУПа тоже решили попытаться сделать маршрутку. А может быть, они ходят там, где действительно этих автобусов и хватает. Так что тут раз на раз, как говорится, не приходится. И тут уже пусть жители Иркутска сами скажут, хватает ли им средних автобусов на тех маршрутах, где они ходят. В Рязани же на сегодняшний день 76 автобусов и все автобусы большой вместимости. Правда, уже в ближайшие дни должны выйти на линию 20 автобусов средней. И также через несколько месяцев, а может быть даже и недель, как пойдет, на линию выйдут автобусы еще большего количества большой вместимости из Москвы БУ. Теперь же по характеристике подвижного состава. В Иркутске большое количество автобусов большой вместимости, довольно старых. Хотя и новые есть, но их не так уж и много. В основном в последние годы иркутские транспортники покупают автобусы средней вместимости. лиаз 4292 и знакомый нам Паз Вектор Next. В Рязани же последние годы в основном обновляются за счет БУ из Москвы. Причем довольно большого количества было из Москвы, чтобы вы понимали масштаб трагедии. Из 76 автобусов, которые есть у Рязанского муниципального перевозчика, только 10 пришли в Рязань новыми. Все остальное было из Москвы. Ну да, еще не забываем про 20 новых пазиков и неизвестно, что будет в будущем. Что же по числу маршрутов у Иркутского МУПа что-то около 30 автобусных маршрутов, у Рязанского 20. По электротранспорту. Если в Рязани есть только троллейбус, то в Иркутске есть и троллейбус, и трамвай. Но если сложить число троллейбусов и трамваев, то получится сумма, сопоставимая с числом чисто троллейбусов в Рязани. Давайте пройдемся по иркутскому электротранспорту в сухих цифрах. Всего в Иркутске 58 трамваев и 70 троллейбусов, а маршрутов 10 троллейбусных и 7 трамвайных. Как мы видим, троллейбусных маршрутов больше, чем трамвайных. Ну и вообще, как это бывает во многих городах, подобных по численности населения Иркутску, один вид электротранспорта в хорошем состоянии, а другой в не очень. И в случае так же, как, например, стулы в Иркутске, троллейбус довольно-таки новенький, но если в Туле троллейбус обновляется за счет связей губернатора, то Иркутск пытается своими силами. Так, например, в основном подвижной состав троллейбуса это машины 2009, 2013 и 2018, 2019 годов выпуска. Да, они закупали большое число троллейбусов в 2018-2019 году, новых. А самый старый троллейбус в Иркутске 2002 года выпуска. Еще меня смутила странная нумерация маршрутов. Вот есть, например, троллейбусные маршруты 7 и 7К, но идут они в разные стороны совсем. Впрочем, для Рязани вообще литерное обозначение это что-то невероятное, хотя и была тоже похожая история у нас с автобусами 16 и 16А. 16А просто частично на, кстати говоря, небольшом своем участке повторял 16-й автобус. И почему ему давали номер 16А, непонятно. В любом случае, он потом стал третьим. С трамваем ситуации в Иркутске похуже. Основной тип подвижного состава это 71605, но при этом обновляются там за счет БУ из Москвы. Всякого разного, и 71-608, ближе это похоже на Рязанский троллейбус, поскольку тот тоже обновляется сейчас за счет БУ из Москвы. Ну как обновляется, обновлялся. Если у Иркутска потенциально еще есть возможность когда-нибудь обновить свой трамвай за счет Москвы, то у Рязанского троллейбуса такой возможности уже не предвидится. Ну и теперь плавно к Рязанскому троллейбусу, всего у нас 130 троллейбусов на 14 маршрутах, вообще, скорее всего, скоро будет уже на 15, а потом опять на 14, но, так или иначе, система более-менее держится на одном и том же месте уже 3 года. Не самый плохой результат, особенно если учесть, что новых троллейбусов не приходит, только был из Москвы, которые очень медленными темпами выходят на линию, да и то часть уже списали, потому что некоторые машины вообще ни на что не годны. Перспективы у троллейбуса в общем-то есть, но не в плане подвижного состава, что грустно. Ну и, наконец, по поводу новых линий. В Иркутске самая новая линия была открыта в 2019 году и прошла она, между прочим, в том числе по мосту через реку Ангара, что повысило связность сети. Туда пустили троллейбусный маршрут номер 5. В Рязани же самую новую троллейбусную линию открыли в 2021 году. Да, ее действительно открыли в 2021 году, но это один несчастный поворот с одной улицы на другую, и в маршрутном движении тот даже сейчас не используется. А так вообще самая новая линия полноценная была открыта 10 лет назад, в 2011 в общем и целом, если наложить не, не очень хорошее состояние трамвая и вполне себе хорошее состояние троллейбуса в Иркутске, то опять все более-менее уравнивается. Но Рязанский троллейбус куда-то покатился вниз. Покатился он, кстати говоря, довольно давно. Потому электротранспорт в Иркутске, может сказать, даже чувствует себя получше, чем троллейбус в Рязани. Но все равно какое-то расстояние между трамваем и троллейбусом есть. И теперь оплата проезда. И тут жителям Рязани нужно приготовиться к плачу. Потому что по сравнению со стоимостью проезда в Иркутске, в Рязани он дорогой. Справедливости ради надо отметить, что в Рязани стоимость проездных довольно демократичная по меркам России, особенно стоимость социальных проездных, потому что во многих других городах их либо нет вообще, либо выдается какое-то ограниченное число билетов. Но по сравнению с Иркутском... Это все равно довольно дорого, потому что в Иркутске, начнем с того, что разовая стоимость проезда в муниципальном транспорте, там 15 рублей. Стоимость проездных 750 рублей для обычных людей на троллейбус и трамвай, 900 рублей на троллейбус, трамвай и автобус. А социальный проездной билет на те же три вида транспорта стоит, внимание, 150 рублей. Для сравнения, в Рязани разовая стоимость проезда 23 рубля, обычный проездной 1600 рублей, а социальный 389. Впрочем я сомневаюсь, что в Иркутске он действует на коммерческом транспорте, а в Рязани все-таки по социальному проездному возможности у тебя будет побольше, чем в Иркутске. Потому, как я уже сказал, в Рязани еще вполне себе социальный проездной дешевый. Возвращаясь к общему, получается, что в Иркутске общественный транспорт, я бы сказал, даже получше, чем в Рязани. За счет того, что троллейбус там развивают и обновляют, Трамвай похуже, конечно, но состояние иркутского трамвая можно уж даже сравнить с рязанским троллейбусом. С автобусом тут муниципальное предприятие помощнее, чем рязанское, но большое количество автобусов средней вместимости дают крайне неоднозначную оценку. Ну а коммерция более-менее плюс-минус одинаковая. Можете делать выводы сами, скоро появится опрос по следующему городу. А на этом пока все.